церкви с миром. Лучше посвятите себя делам Божьим. Ты угнетаешь нас речами о дьяволе. Бог покарает вас за эти мерзкие мелодии. Музыка! Дар дьявола! Воинственный монах! Ты готов предать свою семью! Ты сбил меня с мысли! Как складывать песни, когда ты жужжишь над духом? Что это за шум? Мы группа бардов, передовых, настоящих гениев музыки. Но один безумец, самозванный епископ Руин, вовсю нас критикует. Говорит, мы пляшем под дудку дьявола. Разве это дудка? Похоже на мешок с трубками и звучит, как вой ведьмы. Проповеди епископа лишают нас зрителей. А ведь мы хотим лишь порадовать потерянное поколение. Достойная цель. Может, показать ему ваше умение? Ты нам поможешь? А, ты тоже любишь музыку? Это крайне добрый знак. Раскайтесь, пока ваши души не забрал Почему не дать парню играть? Людям вроде бы по нраву. Музыка – отрыжка дьявола! Мерзкая и зловонная! Я, епископ Руин, не потерплю ее! Епископ Руин? Это Альфред тебя им назначил? Нет, сам Господь! Он заговорил со мной, когда я мочился на стену! Я – орудие его против музыки дьявола! Значит, наши взгляды расходятся. Умрешь быстро! Неси монаха! Бей святошу! Твоя помощь была неоценима. Я сложу об этом песню. Прощай. А ты продолжай петь веселые песни. Бей святошу! Бей святошу! Субтитры сделал DimaTorzok.